Большой переполох наблюдался сегодня в столичных студенческих общежитиях. Поскольку до начала нового учебного года осталось всего ничего, молодежь спешит занять там свои места. Условия не роскошные, но, по словам новоиспеченных студентов, они надеются, что самое необходимое им будет обеспечено. Цена по сравнению с прошлым годом не изменилась, поведала нам администратор одного из общежитий, и составляет порядка 500 леев в месяц. Кристина! Мырцу Игорь! Привет! На входе общежития технического колледжа и университета десятки молодых людей выстраивались сегодня бесконечными очередями в надежде получить место для последующего временного проживания. Большинство приехали из сел и района с багажом за плечами и готовы начать новую жизнь. Говорят, так далеко от дома уехали впервые. Скучать будут, но к трудностям готовы. Я живу в селе Китрос Удрокиевского района. Рассчитываю на общежитие, потому что иначе не смогу учиться. Не будешь спать на привычной тебе кровати и есть приготовленные мамой вкусности. Неважно. По маминой еде, да, я буду скучать. Но того, что комната и кровать будут не мои, я не боюсь. Дюнди, что? Откуда ты? Из Штефанвода. Впервые так далеко от дома и родителей? Да, 100 километров. Буду редко приезжать домой. Что больше всего тебе будет не хватать? Плацинты голубцев. Общежитие, признались нам многие новоиспеченные студенты, они выбрали по двум причинам. Меньше платить, чем за съемное жилье, да и веселее вместе с коллегами. Роскоши, говорят, не ждут, но надеются на минимальные условия, необходимые для нормального проживания. Я решила жить в общежитии, потому что университет довольно далеко от дома, сложно добираться, тем более, что цены на топливо и транспорт выросли. Какие у тебя ожидания от условий в общежитии? Думала, будут лучше, но надеюсь, по меньшей мере, на минимальное удобство. Ожидаю, что в комнате будет чисто, что там есть, по меньшей мере, холодильник и газ. Эта комната рассчитана на 3 студентов. В их распоряжении будут кровати с матрасами и тумбами, стол, за которым они смогут есть и делать уроки, а также шкаф, где они смогут хранить свои вещи. Но не всем условия проживания в общежитии понравились. Ну, да, вот поспусы, да, сколько есть в моей бомжной. Все же, переполненные эмоциями, молодые люди признались нам, что ждут не дождутся нового этапа своей жизни. Где мне еще жить, как не в общежитии? Здесь ближе. Думаешь, лучше прочувствуешь студенческое время, живя в общежитии? Да, далеко от дома, но лучше в общежитии. Какие условия проживания ты ожидаешь? Думаю, будут хорошие. И, полагаю, кто-то меня здесь все же будет кормить. Квартира дорого, наверное, еще. А общежитие, ну, это весело, это компания, это студенческие годы. Это должно быть, наверное. Родители, которые сопровождали сегодня некоторых студентов, признали, что пожелали посмотреть на условия будущего проживания своих детей. И в любом случае, считают, в общежитии многому можно научиться. В таком случае, чтобы были удобные кровати, чтобы шкаф был, ну, нормальный пол, я так понимаю, чтобы детям было комфортно. Это не пятизвездочный отель, это все понятно, но элементарные условия должны быть, я так думаю. Студенты могут привыкнуть ко всему. Ну, самое главное, чтобы было плюс-минус тепло, а там уже они наведут себе уют и порядок. Ну, как бы мое такое мнение. А студенческая жизнь, они молодые, все им будет хорошо и весело. Администрация общежития технического колледжа сообщила нам, что цена за комнату здесь не изменилась с прошлого года и составляет 2000 леев за 4 месяца.